Дорогие наши зрители, всем привет! Мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Сегодня к нам из мира шоу-бизнеса пришла очень трагическая новость о российском певце Владимире Преснякове-старшем. Мы были шокированы этим известием. Нас закидали с письмами с просьбой рассказать более подробнее об этой трагедии. Очень давно Владимир Пресняков-старший нигде не появляется. Его нет в социальных сетях, он не выступает на концертах. Сегодня мы решили связаться с ним и взять у него небольшое интервью, для того, чтобы выложить у себя на канале. Мы были шокированы, когда узнали, что на данный момент Владимир Пресняков-старший находится в одной из частных клиник города Москвы на плановом обследовании. Что же случилось с нашим любимым певцом, пока неизвестно. Известно только то, что плановое обследование для того, чтобы через несколько дней сделать ему плановую операцию. Какую именно, пока не говорится. Мы следим за развитием событий, друзья. Мы следим за жизнью Владимира Преснякова. Как только нам что-то станет известно, мы сразу же расскажем об этом вам. Поэтому прошу вас подписаться на наш канал. Нажмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который мы приготовили для вас. До скорой встречи на нашем YouTube-канале, дорогие наши зрители.